против прокуратуры работников и даже на судей уже покатили. 7 человек задержали, одного ищем. Найдем. Вроде в Россию побежал, ну там привезут нам его. Поэтому они вот мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину, ну стоит того, что ты сейчас 15 лет сидишь в тюрьме. Поэтому вот начинают так пакостить. Для чего? Опять деньги.